Приветствую подписчики канала, фанаты марки, любители диагностики BMW. Итак, готов очередной софт, полезный для закрытой группы. Софт по обнулению Secret Key в блоках DME и DDE. Для чего это нужно? Информация не для общего доступа, об этом знает закрытая группа. Итак, добавил я пока следующие блоки: MEV1746, DDE8 всех разновидностей EEF серии. Также блоки семейства MEFT 17.2.5 и 17.2.6 от N13 и N55 моторов. Ну, разумеется, это не полный список, софт будет развиваться, блоки будут дальше добавляться. Ну и софт также работает, как и мой предыдущий софт. Выбираем блок, допустим, возьмем MEFT 17.2.5. Нажимаем 5, Enter, и вводим название нашего дампа. Нажимаем Enter. Вот, Secret Key обнулен. Ну, на этом все. Закончим видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. Кто желает, вступаем в закрытую группу, получаем информацию и зарабатываем деньги.